Привет, мои хорошие, с вами Светлана, у нас с вами вторая часть заказа Фаберлик по 16-му каталогу, где много новинок и всего интересного, так как заказ у меня на 100 баллов. Вчера мы с вами лицезрели первую часть, сегодня вторую. Итак, поехали. Заказчик еще вот такой вот календарь заказал, у меня его соседка разрешила вскрыть. Он пришел отдельно в тубе, подписанный как бы моей фамилией, и все. Вот так, это календарик Фаберлик настенный. Артикул. Девчонки, здесь нет артикула. Здесь почему-то мои данные. Но, наверное, сейчас на упаковочке должен быть. Он упакован прям так хорошо, добротно. Прям вот очень добротно. Сверху я вижу картон даже. Семь потов сошло, пока распаковала. Они там намотались 100-500 слоев пленки. И вот как он выглядит. Вот такой вот календарик. Внизу сам календарь. Да? Такой вот тематический календарик Фаберлик. Красивый. Я такие календари уже не люблю, не знаю, я считаю, ну, пережитки прошлого, что ли, вот такие календари на стены вешать. Я не очень их люблю, если честно. Я ими не пользуюсь, мне сказала соседка. Так, поехали дальше. Из линейки Аромео я заказала вот такой вот ароматический спрей. Ароматический спрей Мандарин Фреш Энерджи. Если у нас с вами масло в прошлом обзоре было антистресс, то здесь взяла, наоборот, Энерджи. Артикул 100-64. И здесь у нас уже с вами в составе интересно, что способ применения: распылите спрей на расстоянии 30 сантиметров на тело, одежду, постельное белье или интерьерный текстиль. Вот даже на тело можно, видите, без спирта, содержит эфирные масла. Но эфирные масла тоже на тело нужно аккуратно распылять, может быть, аллергии, да? Так, состав: срок годности 18 месяцев. И состава нигде не вижу, какие здесь масла в составе. Не оставляет следов на ткани, не содержит спирт. Натуральные эфирные масла. Какие? А вот состав: вода, пек 40, гидрогена, касторовое масло, парфюм, глицерин, содиум бензоат, содиум салицилат, потом какая-то гум, цитрикоцит, лимонелла, линолол, цитронолол, цитрал. Где здесь масла-то, не могу понять. Кто разбирается, девчонки, в составах, я вам покажу. Будете нам вещать, что составы предвещают. Бутылочка пластик. Спереди наклеечка. Обычный такой дозатор. Давайте пробовать. Непонятно. Вкусно. Мандарин для меня здесь. Мандарин, лимончик. Но больше апельсин даже, девчонки. Больше апельсин. Масло апельсина, скорее всего, здесь. И какой-то компонент, который похож на парфюм унисекс, но больше на мужской. Шипровый. Есть какая-то шипровая нотка. Вместе с апельсином есть шипровая нотка. В целом звучит очень гармонично. Ну, давайте уж с вами протестируем на тело и в конце видео посмотрим, как долго будет у нас держаться хотя бы аромат. Спиртами никаким действительно не пахнет. Есть и отголосок порошочка чистоты вместе с этой шипровой ноткой. На теле больше ощущается именно шипровая нотка, нежели апельсин. Из флакона больше апельсин. Приятный, в целом приятный. Нет никакого отторгания к этому аромату, поэтому ничего, нормально, будем пользоваться, будем распылять. Да? Так, поехали дальше. Еще одна пачка салфеток у меня здесь затесалась. И ночник. Мы практически каждый год, наверное, каждый год тоже берем вот такие тематические ночники. Они есть не такие же прям, но они есть подобные в фикс-прайсе. Были раньше, по крайней мере, я давно не видела. Они на липучках к стене клеятся, да, и светят за счет батареек маленьких в составе. Так, тигр года, декоративный ночник. Протрите поверхность сухой ткани, убедитесь, что выбранная поверхность чистая. Ну, то есть, куда вы клеить будете, на обои, там, на стену, на кафель, не знаю, на что, на кафель. Так, без следов жира, пыли, других загрязнений. Снимите защитную пленку с клеевой основы, приклейте ночник к выбранной поверхности, включите и выключите ночник, нажав на кнопку внутри лампы. Да, они все вот такие вот классические. Кто брал такие ночники, те знают. Артикул 910-280. У меня Ксюша любит такие ночники, у нас их было много, и на каждый Новый год тоже мы Фаберлик берем их. Вот как он выглядит, а внутри ночника здесь конструкция с батарейками, видите? Такая поверхность, пластик, но красивый. Это все пластик, тигр тоже пластик. Так, сейчас аккуратненько с вами. Он тут приклеен тоже, да. Он тут приклеен у нас.
Так. А, смотрите, здесь даже есть вешалочка, фитилечка. Да, то есть, если клеевая основа потом не работает, в прошлых, кстати, светильниках я такого не помню. Если клеевая основа перестает потом работать и клеиться, здесь есть петелечка, что тоже очень здорово. Вот у нас с вами торчит штучка, которую мы должны вытащить, чтобы батарейки работали. Вот этот тигр, он просто, видите, вот так вот висит, пластиковый. Вот такой вот пластиковый. В целом, в принципе, неплохо. Мы вытаскиваем с вами защитную полосочку вот эту и нажимаем на кнопочку. Она внутри красная, ее видно, видите? А мы прям вот так нажимаем. Чпок. Ой. Клей мешается. Вот, все, он загорелся. Он светит достаточно деликатно, лампочки не сильные. И батарейки там, как правило, вот в этой штуке, они такие кругленькие, маленькие самые. Здесь у нас три светодиодика таких. Один сверху и два по бокам. И вот они, собственно говоря, и светят. Вот так вот это выглядит. Сейчас выключу свет, попробую вам показать. Ну так, достаточно ярко, смотрите. Эта лампа моя больше яркости дает. Но все равно на ночь вот такой вот ночничок на стеночку прилепить очень даже красивенько. Дальше, девчонки, 5 наборов Lovely Moments для рук. Меня заказала тоже соседка на подарок девочкам на Новый год. У меня тоже такой стоит. Это классный подарок, бюджетный подарок и в то же время всегда нужный. Артикул 2697. Здесь у нас крем для рук. Интенсивное восстановление, крем для рук, надежная защита и крем для рук, питание, смягчение. То есть 3 крема для рук. Раз, два, три, четыре, 5. Хороший подарок, красивый и в то же время действительно всегда нужен. В отдельном пакете в коробке еда. Здесь есть и новинки, которых нет в каталоге. Сейчас все покажу, расскажу. Взяла 2 кофе, при покупке 2 срабатывала хорошая акция, потому что за 399 рублей даже со скидкой консультанта брать кофе — это очень круто. Взяла я «Добрый день» на этот раз, ну и в прошлый раз взяла «Добрый день», потому что утро по мне, ну, очень сильно горчит, очень крепкий, безумно крепкий. Артикул 160-49, пьем кофе с утра, поэтому да, 2 баночки одинакового. Утро больше брать не хочу, он сильно, девчонки, крепкий, он и этот горчит. Он тоже горчит, но терпимо. Когда наливаешь молоко, этого не чувствуется. А утро прямо эх. И еще 2 новиночки, которых в каталоге нет, но они есть на сайте. Уже появились у нас с вами вот такие приправки. Баночки, кстати, пластик. Я думала, будут стекло. Вот такие вот баночки. Вот прям, вот это, они уже пахнут из банок. Я взяла для сочной курочки. Это не чай Family Club, да, артикул 161-31. По артикулу ищите. Или просто в поиске вбейте приправы. И вам все возможные приправы вот такие выдаст сайт. Открываем. А, у нас там внутри с вами вот такая защитная штучка. Мы ее отдираем. Ага, и еще даже фольга. Как все добротно. Так, фольгу снимаем. Ой, курочка будет вкусная с этой приправой 100%. Ну, здесь больше куркумы, потому что все это дело желтое, но на самом деле специй тоже много. Пахнет обалденно. Пахнет действительно обалденно, аромат прям сразу на всю комнату. Мы это дело с вами все потом закрываем крышкой, пользуемся либо вот таким дозатором, здесь крупные дырочки, да? Либо вообще вот таким, огромное, где дыра. Так, следующая приправа. Это у нас с вами я взяла средиземноморские травы 161-36. Вот так она выглядит. Тоже снимем с вами сейчас. А, эта штука, кстати, была из крышки. Снимем с вами фольгу. Ой, травы сыпятся. Почему они прилипли-то к фольге? Эх, как неаккуратно все, не люблю так. Но здесь мне не очень нравится аромат какой-то такой травы, знаете, лечебной больше. Здесь базилик, розмарин, орегано, тимьян, чебрец, майоран, шалфей. Вот шалфей... Не, ну ничего, рыбку точно будет вкусно готовить. Семена чиа, пищевые цитрусовые волокна, порошок, проростков ячменя, барлей, грасс. Неприятно, напоминает какой-то травяной сбор, которым в детстве поили насильно от кашля. Но готовить, не знаю, посмотрим. А по запаху мне не нравится вот эта приправа. То же самое, тот же самый клапан. Все как бы то же самое. Поехали дальше. Вот как раз из прошлого заказа у нас был парфюм. Я взяла свекрови его. И к нему вот такой вот гель для душа инкогнито. Артикул 8317. Мне очень нравятся парфюмерные гели Faberlic. Они обалденно пахнут. Они очень хорошо пенятся. Какое-то время даже держат аромат на теле. И отдушка, если этот аромат тебе приятен, вообще классная. Инкогнито, еще раз повторю, это один из тех ароматов, которые мне нравятся в Faberlic. Действительно нравятся. А таких единицы там. Поэтому, кто не пробовал, формат геля для душа удачный формат для того, чтобы аромат оценить.
Они приходят вот так запаяны у нас с вами, да, вот эта заглушечка. Я вскрывать не буду, потому что это набор для свекрови на подарок. Она любит этот аромат. Так, взяла еще одну новиночку. Вот такой вот спрей прополис. Очередной бад, грубо говоря, Faberlic, да. 300 нажатий написано. Артикул 157-47. Смотрите, как интересный артикул указан. Здесь 50 миллилитров, такая коробочка. Для профилактики и вообще, если горлышко болит, для чего можно применять? Он такой мутненький, смотрите, прям вот как натурпродукт. Баночка прозрачная, а он сам мутненький такой, прям как настой. Для чего можно применять у нас с вами? Встряхнуть флакон, обработать ротовую полость, 1-2 нажатия. После применения воздержаться от приема пищи, ну, как бы, да, 20-30 минут. 3-5 раз в течение дня. После первого применения используйте в течение 2 месяцев. Значит, открытый 2 месяца он у нас с вами годен. Индивидуальная непереносимость компонентов. Можно раны обрабатывать таким продуктом. Ранозаживляющий, омолаживающий. Можно лицо попробовать, девчонки. Это вообще голь на выдумке гораздо, да? Такая трубочка. Ну, прополис прям. Прополис хорошо помогает при боли в горле, поэтому вот сейчас вот эту новинку выпустили вовремя. На самом деле, когда часто простудные заболевания. Сладенький. Не жжет, но такой вот остренький, скажем так. Но не жжет. Приятный, вкусненький. Ну, прям вот прополис, мед. Действительно. Приятный продукт. Даже маленьким деткам, мне кажется, будет обрабатывать, ну, не доставит никакого дискомфорта. Поэтому, да. Так, поехали дальше. Взяла еще вот такую новиночку из серии «Зима». Девчонки, взяла вот такую банку целую для всей семьи крема. Артикул 0954, здесь 170 миллилитров, ультрапитательный. Здесь у нас с вами масло ши, как и каждый год в таких кремах, да, из этой линейки. Мазать ручки, щечки, ну, кроме мелкой всем, да, мелкой из серии «Бэби крем». Фольга. Зимой ручки, щечки смазывать, когда морозы сейчас будут, перед выходом на улицу, да и после, после ванны, после душа, смазывать тело, да все что угодно. Такой крем универсальный, такая банка, смотрите, она полная, да, смотрите, какой он густой. И вообще эти кремы очень удачные, Faberlic, каждый год, последние годы, они очень удачные. Это прям баттер такой, девчонки. Баттер-баттер. Они действительно питательные, действительно смягчают, это я с этикетки сюда мазанула, действительно смягчают кожу рук, действительно чувствуется, что есть какое-то маслице. Но и в то же время он легенький. Ой, а какой аромат! Какой-то зимний, согревающий, знаете, такой, как будто отголосочек чуть-чуть меда, но в то же время такая приятная душка. Самый удачный, действительно, права была Катюша Матис, да, самый удачный аромат из всех линеек «Зима» за последние годы. Он не ярко выражен. Хотя достаточно глубокий такой. Он приятный, парфюмированный. Классный. Руки здорово увлажняются, питаются, сразу смягчаются. Очень удачный крем. Прям вот на зиму, у кого сохнет кожа, рук, лица, локтей, до чего угодно, прям рекомендую попробовать обязательно. Взяла разогревающую масочку себе против выпадения волос. Я очень люблю. Она не только хорошо разогревает и действительно греет, она еще и здорово ухаживает за волосами. Артикул 83-49. Я ее наношу не только на кожу головы, девчонки, но и на все волосы. Она их смягчает, эффект ламинирования. То есть это очень хороший и ухаживающий продукт. Вообще эту линейку я люблю. И средства из нее считаю крайне удачными, действительно работающими. Я наношу после мытья головы, как обычную маску, не втираю ничего, просто наношу на кожу головы, так пальчиками прошлась, на все волосы завязала, хожу до тех пор, пока не перестает греть, жечь. Греет и жжет прилично. И длится это около 20-30 минут, как перестает, я иду, смываю, и волосы просто шикарные. Поэтому маску очень люблю. Так, дальше. Заказала тоже соседке, она попросила взять ей пенку, и я взяла ей из серии Global Oxygen. Очень хорошая пенка, она у меня была, мне нравится, здесь большой объем, была на нее хорошая цена. 58,07 артикул, тоже эту линейку считаю крайне удачной, она тоже работающая. Вот такая большая пенка, такой вот большой дозатор. Я ее с удовольствием и очень быстро использовала, потому что она действительно крутая. Серия действительно работающая, хорошо очищает, увлажняет, не пересушивает. Для возрастной кожи вот эта пенка тоже подойдет. Так, что-то у меня в отдельном пакете. Запаковали кондиционер.
взяла кондиционер для белья, девчонки, тот, который мне не понравился сначала, потому что я чувствовала там какую-то химозу. Но так как он почти всем понравился, я решила дать ему второй шанс. Это энергия, мелодия солнца у нас с вами. Артикул 118-57. И у него отголосок-то приятный. А вот сейчас нормально. Но все равно, нет, я чувствую тут какую-то химозу. Но на белье она потом не чувствуется. Он действительно солнечный, он искристый, он яркий. Он не настолько яркий, как органа, кому он не понравился, но тем не менее он прям хорошо чувствуется на белье. Цветочки, лилии какие-то. Все равно я чувствую какую-то химозную одушку, но на белье она потом не ощущается. Поэтому решила взять его еще раз пробовать, дать ему второй шанс, потому что на самом деле он, конечно, интересный, если вот не вот этот вот какой-то химозный подтон, не знаю, как объяснить, как будто хлорка там есть. Поэтому будем стирать, будем пробовать тестировать. Так, взяла ополаскиватель для полости рта, тоже на сезон простуд, потому что он очень хорошо, вы мне советовали, я уже сама пробовала. Когда горло начинает болеть, если им полоскать, он действительно помогает. Содержит, потому что экстракты трав и растительные аминокислоты, без фтора, без спирта. Вот так вот он выглядит. Артикул у него 1637. Вот такой мерный колпачок здесь у нас с вами, который очень тяжело снять. Он, наверное, к крышке прилип. В общем, это мерный колпачок. Ех. Или мы прямо в крышку наливаем, девчонки. А, мы прямо в крышку наливаем, даже что-то я это подзабыла. Да, они слитно. И он такой ополаскиватель, действительно ментоловый, действительно жгучий. Мы с вами уже пробовали, и ядерный. Кто не любит вот такие мятные продукты, вам будет неприятно, потому что полость рта действительно поджигает. Так, поехали дальше. Новинки. Все три взяла геля для душа. Надеюсь, в этом году тоже не намудрили с ароматами, потому что бурлящие шары у нас получились с вами вообще не в тему, да? Кто не смотрел, ссылка на прошлый заказ, который вчера, точнее, на первую часть, будет под видео. Так, давайте по порядку. Первый гель для душа «Карамельное настроение». Артикул 2740. Вкушаем. Да, карамельное настроение. Карамелька. Ириска. Вкусненькая. Без химозы. Прям вот ирисочка хочется лизнуть. Серьезно. Это прям вот деткам. Ну и себе приятненько. Вот знаете, вот такая по цвету прям вот конфетка. Бывают такие вот ириски сейчас современные. Не те для Советского Союза кис-кис, а современные. Такая вот ирисочка с молочком. Ой, как вкусненько, девчонки. Вообще прям один в один аромат, совпадение. Классный, супер. Дальше. Второй. У нас с вами лимонный кексик. Вот такой. Артикул 2738. Я надеюсь, здесь будет лимон? Или тоже как бурлящий шар? Нет, здесь есть лимончик сладенький. Действительно, кексик лимонный. Действительно, чуть-чуть пахнет выпечкой. И лимончиком. Знаете, такой... Ой, правда, прям вот кексиком. Тоже лизнуть хочется. Такие одушки прям... Ну, не химозные, а как будто действительно кто-то печет лимонный кекс. Хочется куснуть флакончик, девчонки. Вкусненько. Сначала чувствовала лимон больше, а сейчас уже по завершению как-то вот кексик. Причем такой вкусненький, сладенький, с небольшим количеством лимончика. Все в точку. Угу. Дальше. Третий флакон Bubble Gum. Вот такой вот поник у нас здесь, единорожек, точнее. 2739 артикул. И давайте вкушать его. По густоте, кстати, смотрите, какие они. Перетекает достаточно долго. Густые гели. Bubble Gum. Натуральный Bubble Gum без чего-либо лишнего. Все в точку. Вот Bubble Gum в том смысле, в каком он и есть. Жвачка Bubble Gum. Не мятная, а вот именно Bubble Gum. Прям один в один, девчонки. Я удивлена. Удивлена приятно. Хотя бы вот это все у нас с вами работает. Дальше два геля для души серии Ботаника. Один у нас с вами с облепихой календулы. Артикул 8757. Заказала соседка. Я брала облепиху. Обожаю. Там действительно запах облепихи. Он классный. Тоже достаточно густые, экономичные. Ну, не сушат кожу. Нет, не скажу, что увлажняют, конечно. Нет, но не сушат. Они же бюджетные. И фиалка, и мелисса. Артикул 8755. Тоже классный аромат. Забыла, правда, облепиху. Помню, там, правда, облепиха. А здесь такой цветочный, приятный. Ой, облепиха, прям облепиха. Я просто обожаю облепиху. И она прям ярко выражена в этом геле для душа. Так, и последний продукт, который покажу, это гель для душа Биоси. Взяла тоже на затест. Хотя нет желания брать там ничего. Артикул заклеили вот этой вот заглушкой типа 2103. Артикул, они дорогие. По сравнению с фаберликовскими гелями, они дорогие. Будем сравнивать с вами. И это у меня календула с чем-то. По-русски здесь. А солнечная календула. Вот так он выглядит за Коспа де Фраше. Видите, он жиже, чем фаберлик. Он быстрее перекатывается. Ну, солнечная календула, ну да.
На их роше похож, правда. Какие-то травки и цветочки. Пахнет неплохо. Посмотрим в действии. Но я считаю, что для такого геля, для душа, как и для всей продукции Биоси, цены завышены нереально, девчонки. Ну вот и все, мои хорошие. На этом обзор буду заканчивать. Надеюсь, видео, обе видео были вам интересны и полезны. Если так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ссылка на регистрацию всегда под видео. Кстати, я вам каталог не показала. Вот куда-то его бросила уже и не показала. Вот он, 17-й, какой красивый. У нас здесь подарок с вами будет, как раз Global Oxygen серия. Вообще подарок потрясающий. Кто в Фаберлик не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Будем общаться, делиться отзывами. Ну, а я вас всех люблю, целую. Всем пока-пока.